привет, дорогие друзья! Начинаем свой очередной отчет с Крымского моста. Сегодня у нас 16 августа 2018 года. Вот этот данный кусочек я снимал вчера вечером в 6-7 часов вечера. Посмотрите, новый у меня немножко ракурс я нашел. Смотрите, какой изгиб моста. Ну и посмотрим с вами, сколько машин идет. Это, напомню, между 7-8 часами вечера снято. И вот сами можете понаблюдать. Просили меня часто вот с этого ракурса, почему-то нравится многим моим зрителям смотреть. Ну вот, по просьбе, как любили раньше говорить, по просьбе телезрителей. И вот смотрим с вами, идут, видите, строительные фуры по мосту. И проследим с вами, куда же она поедет. Здесь вот, не доезжая съезда на берег, на Крымский, есть специальное ответвление, и строители уходят туда, с правой стороны оно будет. Уходит там стройплощадка, фуры туда заезжают, и как раз в этом районе тоннель под автомобильной дорогой, если надо на ту сторону, они по этому тоннелю проезжают. Им разрешено ездить, напомню, с 1 октября запускают движение грузовых автомобилей на мост спускают. Как всегда, крымская сторона не готова с досмотровыми пунктами. Таманская сторона готова, а крымская нет. И опять хотят отсрочить до 1 декабря, но машины все равно запустят и будут проверять их стационарными, не стационарными, а передвижными. Вот эти рентгены закупили, их там несколько машин, рамки. И передвижные машины, вот как на таможенных пунктах, таких много, если кто видел. И пока достраивают постоянный досмотровый пункт, будут осуществлять проверку на временных вот этих вот рамках, сканерах, рентгенах, как их правильно назвать, не знаю. Потому что, ну, интенсивность работ, конечно, высокая идет, но опять вот почему-то не успевают они, Минтранс. Опять просят передвинуть срок до 1 декабря, но с поправкой, что будут передвижные вот эти мобильные сканеры проверять машины. Ну вот мы видим с вами как раз, куда подъезжают вот эти фуры и где они будут парковаться. Вот смотрим, да, едут они как раз здесь вот, ну, до конца не снял, но будет понятно, что съезжают. И второй момент, дорогие друзья, это вот все еще снимал вчера вечером. Следующий сюжет будет, это утро сегодняшнего дня, 7 утра. И второй момент, вчера объявили по многим новостям, что Visa и MasterCard прекращают работать в Крыму. Тут же понесли некоторые, что все, Северная Корея и прочее. Хочу вам рассказать вкратце, поподробнее, бояться ничего не надо. Прекращают работу карты, выпущенные Генбанком в Крыму. Это было известно, они прекратили выпуск карт и перевыпуск карт с 23 января. И просто дали окно до 14 августа поменять все карты на карты МИР. Напомню, это Крымского банка Генбанк. Все остальные карты, выпущенные в других регионах России, MasterCard и Visa, обслуживаются без ограничений. Многие спрашивают, что вот заходят в банк, спрашивают там беспроцентно. Заверяю вас, со всех сумм, в любом Банк России, там всего их три банка в Крыму, Банк России, Генбанк и РНКБ, все берут 1% комиссию от суммы снятия, но не менее 100 рублей. То есть, если вот вы снимаете 10 тысяч рублей, то возьмут с вас 100 рублей. Если снимаете 5 тысяч рублей, возьмут 100 рублей. Если снимаете 15 тысяч рублей, возьмут 150 рублей. Так что ограничения по выдачам: банк, Генбанк 10 тысяч рублей, Банк России 20 тысяч рублей за одну транзакцию. Ну, вытащили карту, засунули ее обратно и можете повторить операцию. Так что в супермаркетах, на заправках Visa и MasterCard работают. Лично проверял своей визой. Работает все, никаких проблем. Так что, друзья, кто хочет видеть, опускают абзац про крымские карты и кричат, что визы и мастер не работают. Все это брехня.
Ну а мы с вами вот уже заболтался, я смотрим сегодняшнюю утреннюю съемку, посмотрели мы с вами на стапель и на движку со стороны Тамани, здесь пока ничего не поменялось, но на стапеле работы идут, сегменты стыкуют между собой, и в ближайшем будущем будет надвижка. Ну, смотрите, сколько машин идет в Крым, и пофигу им эти визы и мастер-карты. Единственное, что, да, перед Феодосией пробочка столпотворения. И вот, наконец, смотрите, 254-я опора, самая заключительная, где была забита последняя золотая свая. Здесь уже устанавливают колонны, две колонны опоры. То есть ростверк уже готов, и колонны. Затем опалубка, бетонирование. Но здесь два этапа, колонны высокая, почти 30 метров высота будет этой опоры. И в два этапа сначала установят вот эти армокаркасы нижней части колонн, и затем армокаркасы верхней части колонн, потом собирается опалубка и бетонируется. Ну вот мы с вами смотрим морской стапель непосредственно, что здесь у нас, ну здесь тоже видите, сборка идет полным ходом. Места на стапеле нет, вот сегменты как раз четко видим, соединяются, короба вот стоят. Напомню, построить осталось 6 опор. Ну, как раз все они сейчас вот со стороны Крымского берега, и вы их видите, состояние, их готовность, на сколько процентов они готовы, можете сами оценить. Видите, вот здесь как раз второй этаж устанавливают, второй этаж, второй ярус. Здесь то же самое, видите, ставят, но здесь пока только первый ярус опоры. Так что, дорогие друзья, вот она, готовая опора, уже скользуны стоят. Здесь то же самое. Вот они. Со стороны Крыма. Все эти опоры. И здесь уже поставили, посмотрим сейчас с вами надвижку металлоконструкции вот этой части. Здесь уже ставят домкраты на стапеле, видно будет, отчет тут толкать. И в ближайшем будущем Крымская вот к нам ближе, какое направление, по ней поезда пойдут в сторону Крыма. Вероятнее всего, уже не сегодня, а завтра будут двигать вперед. Средняя скорость где-то у меня спрашивают от 4 до 6 метров в час надвижки. Это криволинейная надвижка. Вот сейчас здесь должно быть видно. Сейчас я немножко увеличу. Собственно говоря, сами вот, вот если видно там присмотреться, то домкраты уже ставят на ближнюю к нам сторону. Ну а мы идем дальше, посмотрим, что у нас творится в этой части. Ну, здесь пока без изменений, здесь, как говорится, рутина. Готовят корыто к гидроизоляции. Там уже вот автокраны наверху. Здесь вот уже видите, ширмы готовят для покраски. Я так думаю, предполагаю, что это так и будет. Вот брезенты уже развешивают, потому что красить тоже много, сами металлоконструкции тоже какое-то время занимает. Меня просили, вот видите, тенты, если брать по аналогии, говорю, то это вот подготовка к гидроизоляции и к покраске. Просили показать, как стыкуются между собой сегменты. Ну, у меня есть видео, просто в это оно не вошло, маленький кусочек, именно непосредственно стык снят. Пластины между собой сегменты соединяются, провариваются, потом устанавливаются пластины и болтовое соединение. Ну а мы с вами смотрим шоссе Героев Сталинграда издали, и вот под ней идут подходы. Я называл ее Тавриды, но меня постоянно поправляют, что это пока еще не Тавриды, а дорога А-290. А Тавриды начинается Керчь-Феодосия, старая дорога. Ну, может быть и так. Хотя удобнее называть ее Тавридой. Ну, а мы посмотрим еще, как говорится, маленький кусочек из жизни отдыхающих. Посмотрите, плавающие головы.
Ну, а я на этом заканчиваю свой очередной репортаж. Всем, кому понравился обзор, подписываемся на канал, ставим лайки. Кому не понравилось, сделаем то же самое. И убедительная просьба, проверяйте свои подписки. Периодически YouTube отписывает каналы, и потом с ужасом узнаете, что вы не подписаны. Всего хорошего, дорогие друзья, до свидания.